Мастера красоты. Следующий аспект, смотрю, который вы уже многие заметили в комментариях и сделали это правильно, это, конечно же, общение с клиентом. Ох, сколько это времени занимает, это, я думаю, вы все знаете не понаслышке. Это просто один из самых больших поглотителей времени мастеров. Так вот, одно правило, которое я вам хочу сказать, если вы еще его не знаете, не применяете, обязательно попробуйте, это то, что вы не должны смотреть клиенту в глаза во время процедуры. То есть вы, когда здороваетесь с ним, приходите, конечно, мы смотрим ему в глаза, и когда прощаетесь. Все. Все остальное время вы смотрите на руки, то есть на вашу рабочую зону. И если даже он вас что-то спрашивает, и там, расскажи про какую-то процедуру или что-то еще, вы все это рассказываете, глядя на его руки, то есть продолжая работу. Потому что как только вы подняли глаза, установили зрительный контакт и вернулись, это на самом деле несколько секунд, до минуты потери внимания, концентрации. А если вы это делаете еще и несколько раз во время процедуры, ну, неудивительно, что она занимает много времени. Так что вот приучите себя к этому. Это не против законов этики, потому что вы, к вам пришел клиент не на там, психологическую консультацию, а все-таки на процедуру по маникюру. Итак, переводите разговор в форму монолога. То есть есть общительные клиенты, вы знаете, но есть такие, кто любит сам рассказывать, да, есть любит, кто вот именно общаться с обратной связью. Поэтому старайтесь просто отвечать и говорить так, чтобы говорил больше клиент. Не знаю, он вам рассказывает про свой отпуск, там, про что-то еще. Вы говорите, ну а потом, вот вы куда поехали, что было потом? То есть когда будете говорить вы, даже если вам кажется, что вы можете говорить и работать, и это все нормально, нет, у вас все равно будет замедляться скорость. Я засекала это, попробуйте и вы не раз. Вот сделайте ногти подружке, особенно с которой вы долго не виделись, и просто клиенту, да, вы понимаете, насколько это время отличается. Конечно, когда мы болтаем, оно все равно увеличивается. А это потому что фокус, да, у вас нет полного фокуса на работе. Ну и поставить кино, сериал, то есть что, отвлечь клиента, чтобы он смотрел кино, а не разговаривал с вами, можно дать выбрать цвет или дизайн. Клиенты, которые выбирают цвет долго, как раз самое то. В середине, можно даже и в начале процедуры, даете ему все свои палитры, палетки, и пускай он выбирает на себе на здоровье. Мастера красоты. Профессиональное обучение мастеров ногтевого сервиса с 2011 года. Присоединяйтесь!